один удар. Нет, игры рукой. Игорь Федотов сразу. Все-таки есть. Сначала развел руками в стороны Игорь Федотов, но затем, видимо, получил сигнал от своего помощника. И все-таки он назначает пенальти. Разводит руками Юрий Семин. Несколько работников его штаба идут к Лаше Верулидзе, к резервному арбитру. Ну что, давайте смотреть. С этого ракурса вряд ли будет видно. Мяч попадает действительно в руку Игорю Шитову. Ну да, разворачивался в воздухе Игорь Шитов. И рука эта увеличивала площадь его тела. Оказалась она вот тем самым недозволенным в футболе элементом. Здесь нет никакого умысла, естественно, в действиях Шитова. Но умышленно или неумышленно, это уже вопрос другой. И это арбитром не принимается во внимание. Расстояние было довольно большим до Шитова. С помощью руки он помешал этому мячу лететь дальше. Пенальти. Пенальти. Замену до стандарта делает Юрий Семин. Такая пауза. Сейчас, я думаю, рассчитанная на то, чтобы сбить с толку Андреаса Гранквиста, который будет исполнять 11-метровый, капитан Краснодара. И не торопясь никуда уходит Милан Перенди, 40-й номер. Вместо него появляется Сергей Самодин. Но вот при каком счете Самодину доведется начать игру? На поле-то он появляется при счете 1-0. А дальше? Сегодня уже были и забитые, и не забитые пенальти. Гранквист человек опытный, хладнокровный. Посмотрим, кто окажется сильнее, он или Антон Коченков сейчас. Разбег шведа, неторопливый разбег, удар. Коченков отражает 11-метровый угловой. Ну что, пауза сделала свое дело.